нас тут что? Три РЛС-ки. Пошли направо. Только сейчас справа они начнут перетягиваться сюда. Вот это будет, блядь, вообще интересно. Хорошая. Ладно, направо так направо. Откуда у тебя заградка? Не знаю. Понятия не имею. Нарисовано. Самолетик, заградка. Я мощный линкор. Постоянный урон 50. Заградительный огонь ПО. Урон от взрывов снарядов 40 секунд работы. Перезарядка 68. Да я хз, откуда у меня что берется. Ты читер, откуда ты взял заградку? Не знаю. О, на тридцаточку никто из вас там не достает. Я достаю. На Эмельмана, что ли? Не. А вот по шагу можно шмалить. Ты по голове с хер. Нифига вы убежали. Хер с липошарой, блядь. Попал на 2700. Вообще чудо, чудное, диво, дивное. Так, а я что-то уже как новогодняя ёлка начинаю сидеть. Ну, чего, Шаков? Попаду, не попаду. Ну, отсветить хочу посмотреть, зараза ты. А, нет, что-то выбил. Опять 2700. Я стабилен. Он доворачивает. Да, я поэтому и всего 2700 с него выбил. Хоп, так. Пошли снарядики. Ну-ка, 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 приближаемся, приближаемся. О, по жопке. Он без рельки. Ушаков? А, не, вон мои два пожара на нем висят. Он же стрелял, что такое? Два сквозняка, два пробить, одну не пробить. А, он до сих пор горит. Понял. Вообще надо воевать с теми, кто уже перед нами, мне так кажется. Интересно. Эмельман 26 километров, никто не достает. Я пока нет. А я далеко. Давай давим фланг, а не он, Кюрфа уже отходит. Ну-ка, чё, сейчас опять 2700. Витку... А, попал Кюрфа. Он не попал. Да, мне бы Шакову бы кто-нибудь засветил, вообще бы было отлично. Пиздец, блядь. Вот сейчас я дай Мельмана уже буду доставать. Вот так, да. О, у нас лодка в минус. Чего вы без интересно, да? Ну, слава. 6700, блядь. Гуша, ты где? Так, ну что, тут мы продавили. Да, Макс решил бы Северомост надо забрать с Бургушей, а так все ничего. Сконцентрировать огонь на указанной цели. Ну, поддержи. Вот, наверное, все пролетит.
Не, не все. Дим, я предлагаю развернуться, пока мы за остров не ушли. А нам и надо идти за остров, Саныч. Я думал, мы сейчас предлагал влево повернуть бы. Нет? Ну ладно. Нам смысла нет, мы там ни по ком стрелять. Малон, да нет, да торпед. Чего это? Есть, да? Нас сейчас Авика убьют, блядь, это будет катастрофа, блядь. Я хуй знает, что он стоит. Да, с малым да есть торпеды. Да есть, есть, конечно. Я что-то думал, что у него нет торпед. Есть. Теперь меня задрючит, задрючит здесь, блин. Ох, 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 ох. Все. Может, в нашу сторону попробуешь уйти? Я не могу. Наоборот, на Ганновера, блядь, развернуться. Помогаю, Макс. С малом так как-то. Так, Ямагири. Мал... Ну, 15 километров. Он от моих снарядов от Манси. Сжигает, сука, меня. Ну, с малым, да не, Макс, тут прости, с несколько расстрелюсь, я просто промахиваться буду. Ого, у меня с той стороны еще Ганновер, блядь. Вообще жопа. Я и говорю, блядь, Ганновер просто прошел как нож сквозь масло, блядь. Забрал нашего авика, идиота, блядь. Он сейчас на меня ПМК, сука, включит, и пиздец мне будет. Я еще портом к ним. У, до свидания. Нет, не убил. Я думал, убьет. Два три со потенциалки, здрасте. Саныч, доворачивай влево, не вправо, влево. Зачем? На кого? Ну смотри, Ушаков там шотно идет, Ямато 30 тысяч, и Ганой. Хорошо, хорошо. Сейчас я протобок подставлю, там кто убегает, когда кем выгонит. Ну, когда будет возможно. Да я уже довернул. Это Монополис мне накинул. Вот так.
Анаполис там еще другой. Да, вижу. Надо, бля. Да он уходит. Блять, я же переключил на. Блять, на бронебой. Пошел нахуй. Сука маленькая, промазал по мне торпедами. Хорош. Сейчас Жакова тоже надо добирать. По-хорошему, да. Выходил бы он быстрее. Чтоб еще на Эдгара потом время осталось. А он там то ли стоит, то ли назад сдает. Там Ямагири с этим. Ямагири сейчас может вам тут пиздец прислать торпед. Наш ну, пятнашку я не заберу ему в нос вообще никак. Плюс я от Ямагири. Да, двое отъехали. Угу. Вот она палец подсосник, сука, вышел. Таларну добивать. Блять, еще один. Да вы еще, блять. Пятнашка, блять. Таларна, блять, перед Анаполисом бортом ходит. Конечно, она бы отъехала. Вот он, падла, блядь. Кого поддерживать? Меня. Вот он, лови. Поддержку, блядь. Вот так вот, забирай этого черта, блядь. Нифига по тебе льют, блядь. Это она полезлит. Ты давай по Ушакову работай, по Ушакову работай. Сейчас, секунду, перезарядка идет, блядь. Слух, 6 секунд, блядь. Пошел зал. Давай, давай. Ну чё, даю, даю. Ай, блядь, да ёбаный в рот, блядь. Ямагири здесь ещё падла, блядь. Ого, смолан, да, токсичная хуйня, сука? Вот она мне так же заливала. Анаполис поиграл. Отлично. Теперь Эдгар у вас вон слева. Да, Эдгар, ой, 13-й всего. Ну заберите эту суку. И Эдгара доберут. Да кто доберет-то, кроме меня, блядь? Ганновер, что ли, помогает. С ПМК, блядь? Вот жопа мне летит, блядь. О, видишь, включил свою ПМК. Блядь, какой у меня ПМК кривое, ё-моё, блядь. На, подавись, сучонок. Умеешь, умеешь. Могу, умею, практикую, я так тебе скажу. Так, ну у нас три точки, а у них хуй с маслом, да? Лишь бы Ямагири там сейчас не наприсылал во всех. Ну он встал в этот, блядь, и идти на него, что он войну устроил, блядь. Падла, блядь. Не, Североморск, мне ты не пробьешь. Ави где-то за островами, там по 9-10 линии. Бургунь стоит. Долго возвращаться будет, Североморск тоже. Но надо Ямагири как-то убрать, блядь, и жить сразу легче станет тут у нас. Сталик, может, РЛС включит. Все у него есть еще. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мол, он хочет С захватить. Я так понимаю. Восемнадцать секунд, РЛСки. Наводимся пока. У кого? У него, что ли, устали? Он написал ВМЗ, да, это да, кто? Он. Да, а, я не посмотрел. Блять. Кто так по мне стреляет? Наводимся, наводимся. Ух, ё. Ух, вон он. Что-то, блядь, беспредел какой-то. Да, блядь, появляйся-то быстрее. Вот он, падла, ушел. На тебя торпеды. Дима, торпеды. Вижу. Прям ювелирно проходишь. Смотри, как тебе повезло. Живот тяну вообще. Вторая по меня веер, второй идет. И я их ловлю, блядь. Все, светился. Не, в пизду, это то еще удовольствие, блядь, заяснить. Вот так вот будет. Да. На линкора. А. Смол он прошел. Куда он? На Б, что ли, хочет? Непонятно. Ну, либо С, скорее всего, блядь. Б, С. Че, разворачивается? Он, наверное, на Б пойдет все-таки. С ему со Сталиком не захочет. Где же, сука, еще есть? Ебаный случай. 3 минуты. В принципе, очки-то у нас надо больше жить. Намного. Да, надо просто жить. Кто там, блядь, на Североморск ёбаный накидывает? Все-таки вот. Все захватывает. Охо! Нет, так дело не пойдет. Это было сейчас очень неожиданно. Ага, и громко. Готов, парень. Это Кракен, товарищ. Да, Кракен. Опа, блять, это кто же еще слева-то, блядь, Североморск, да, точно. Господи, Дима, блядь, такая маневренная лодка у тебя, блядь. Ну я все рассчитано сам, сейчас знал, да, что ты будешь там рядом, что... Включай форсаж. Есть плечо, на которое можно опереться, да? Да, согласен, сейчас можно форсаж бахнуть. Сам взял одну торпеду, блядь, еще и пожарчик тебе повесит. Да, пожарчик. Я, конечно, включу. Но... Вот он. Сучонок, блядь. Блядь, он довернет. Сука. 5400, давайте! Ну! Ну, сейчас Сталик его должен забрать. А, побежал. Жалко мне. Умена, ну. Чертовски потно, блин. Но победа с выключенным МС. Как ни странно, блядь, понимаешь? Я не удивился почему-то, блядь. О, ну я взял здесь и все. Теперь я... пот сливаю. Я дредноут. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Смотри, сколько у меня, 25 сбитых самолетов, жесть. У меня там, говорю, Авик, Смоланд, Анаполис, блядь, они мне там просто ковыряли, блядь. Как не в себя, блядь, потом.